заглядывала. Цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Нельзя, я чатлани. Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлани. Как работать, так... Так, всем привет подписчикам моего канала Перепел 48. Пришли все-таки мне шоколадки. АКБшки 18650. Вот такие вот. Фирма Joem. На 3500 мАч. Смотрите, какая емкость у них. 12,95 Вт-час на в каждом элементе. Я такие уже брал. И помните, я спаял одну сборку из таких. Вот сейчас проверим, не изменилось ли их качество. Маркировка напоминает 35HG2 LG BDH-G2 18650, 3,7 вольта. Так, ну что, посмотрим, какие они приходят с завода, насколько заряжены. Вставляем в литокало. Тестировать будем тестером, но пока до литокало надо зарядить полностью их. До полного заряда. Так, 28% заряд изначальный. 3,65 вольт напряжения элемента. Да, разряженные приходят. 29%. Так, второй элемент тоже где-то 30%. Посмотрим, сколько они наберут. Это даже хорошо, что они разряжены. Тоже 30%. 33%. Пятый элемент. О, пятый элемент заряжен на 78%. Вот так вот бывает. 6-й элемент. Или это не пятый был? А, это первый уже показал. 5-й элемент. 40% заряд. 6-й 31. Так, 7-й элемент. 31% заряд. Так, и 8-й элемент. 30% заряд. Все, оставляем. Потом посмотрим, сколько они наберут с завода. Смотрите продолжение. Так, спустя час у нас 78% уже заряд. 510 мАч первый канал. Дальше 512. Дальше второй элемент. 67% заряд. Спустя час 753 мАч набрал. Третий 745 мАч набрал, 68% заряд. Четвертый элемент 70% набрал, 701 мАч. Пятый элемент 64% набрал. Так, это пятый. Ну да, пятый. 726 мАч, 64% заряд. Шестой набрал 695 мАч, 64% заряд. 67% заряд, седьмой элемент. И набрал он 704 мАч. Восьмой элемент 710 мАч набрал, 64% заряд. Как-то так. Смотрите далее, что будет. Так, ситуация печальная, да, немножко. Прошло 2 часа, а, 3 часа, 4 минуты заряжались АКБ. Вот смотрите, второй канал зарядился до 100%, набрал 1995 мАч. Далее, третий канал 205 мАч набрал. Дальше, четвертый АКБ набрал за 3 часа 20 минут 1943 мАч, заряжен на 100%. Пятый АКБ набрал за 3 часа 11 минут 1998 мАч. Шестой АКБ 2067 мАч набрал за 3 часа 21 минуту. Так, седьмой АКБ 2017 мАч набрал за 3 часа 21 минуту. И 8 АКБ набрал 2076 мАч за 3 часа 21 минуту. А вот 1 АКБ до сих пор не зарядился.
Я его перетыкнул, в общем, красный варил, наверное, отошел. Поэтому показания сбросились. Ну, как-то так. Шоколадки себя показывают хорошо. 2000 мАч набрать, значит, там емкость есть. На стенде их попробуем, посмотрим, что там к чему. Смотрите далее продолжение. Ну, так, как и обещал, будем тестировать на разряд, на стенде. Не ставил цикл заряда разряд, а ставлю чисто разрядить до 2,5 вольт элемента. Вспоминаю вот такие элементы. Так, плюс тут ближний. Или такая ли дальний. Так, 4,17 там заряжен. 26 миллион показывает сопротивление. Отлично. Отличный параметр для шурика. Низкое сопротивление. Второй показывает 25 миллион. Тоже хорошо. Так, третий элемент. 26 миллион. Отлично вообще. Повторяемость неплохая. Так, и четвертый элемент. 28 миллион. Итак, запускаем цикл. Не цикл, а разряд мы запускаем, чтобы померить емкость. Так, первый пошел. Разряжаем током 1 ампер где-то. Второй стартуем. Третий стартуем. И четвертый стартуем. Все, ждем результат. Результат покажу. Смотрите продолжение. К сожалению, показатели на стендовом устройстве разряда они сбросились у меня, потому что я запитал его от пары банка. Поэтому получается, я их разрядил полностью, но последние два элемента я заметил, там что-то в районе 2800 было. И поставил теперь все эти разряженные элементы заряжаться на ночь или такал. Не следил. Вот смотрите, что у нас получилось. Первый элемент набрал за 7 часов 46 минут 3352 миллиампера. Так, второй элемент за 6 часов 35 минут набрал 3320 миллиампер. Третий элемент за 7 часов 47 минут набрал 3361 миллиампер час. Дальше четвертый 3335 за 6 часов 52 минуты. Пятый элемент за 6 часов с половиной 384. Шестой за 6 часов 35 минут зарядился полностью. Набрал 3352 миллиампер часа. Так, седьмой 3292 набрал, тоже 6.35 заряжался. И восьмой, последний элемент 6.52 заряжался, 3282. В общем, более чем, я скажу так, неплохо при заявленной емкости 3500, еще учитывая погрешность измерений. Может быть, все-таки до 2,5 вольт они были разряжены не полностью. Дополнительно еще на стенде испытаю, в общем, шуруповерт они пойдут по емкости. И по миллиомам я смотрел, в принципе, неплохие показатели, не более 25-30 миллиом. Все, всем пока, ставьте лайки, дизлайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До свидания. Давай, игровица, поясно?